Также есть интересная задача, которая называется задачей сегментации. Допустим, у нас есть картинка, и у нас есть на ней код, и мы хотим отделить те пиксели, на которых код есть, от тех пикселей, на которых кода нет. Соответственно, что мы хотим сделать? Мы берем картинку, пропускаем ее через сеть. Что эта сеть должна нам выдавать? Предлагается следующий вариант, что эта сеть нам выдает картинку, которая состоит из скоров того, что в каждом из пикселей есть или нет кота. Допустим, мы сделали такую сеть, которая выдает картинку, там есть скоры для каждого пикселя. Вопрос, как теперь сделать функцию потерь для вот этой задачи? При этом мы знаем правильную сегментацию кота. Какую сюда можно привернуть функцию активации и функцию потерь? Можно привернуть функцию активации, которая будет сигмоидой. Которая будет просто переводить наши действительные значения, которые нам предсказывает наша нейронная сеть, в интервал от 0 до 1. Соответственно, для каждого пикселя мы будем предсказывать вероятность, что этот пиксель принадлежит коту. Хорошо, можно сделать сигмоиду. Какой будет функция потерь для этой задачи? Мы уже с вами рассматривали, что средняя квадратичная ошибка – это плохой вариант. Соответственно, поскольку у нас последняя функция активации – это сигмоида, мы будем использовать бинарную кросс-энтропию. И эту бинарную кросс-энтропию мы будем считать в каждом пикселе и складывать по всей картинке. Соответственно, вот у нас получается лосс-функция для решения задачи бинарной сегментации. То есть отделение объекта от фона.